Субсихское шоссе отличается большой проходимостью транспорта. Утром и вечером транспортные потоки идут в обе стороны, чем не место для удачной торговли и хорошей выручки. Видимо, так рассуждал предприниматель, организовавший здесь продажу воздушных змеев. Незаконная торговая точка давно на контроле. Нехитрый ассортимент продавцу пришлось собрать. За повторное нарушение правил торговли штраф 5000 рублей. Происходит несанкционированная торговля, как мы видели, воздушные змеи. Грозит это штрафом административным, составленный административный протокол, уже не в первый раз, то есть взят под особый контроль.